Картофельный суп, печенье с изюмом, хлеб и компот. Скромное, на первый взгляд, меню кому-то может спасти жизнь. Название у фонда, который помогает бездомным людям удовлетворить, наверное, самую базовую потребность соответствующая – пища жизни. Кормим мы уже около 5 лет, поэтому люди как бы знают. Мы, конечно, естественно, зарегистрированы официально в юстиции, как некоммерческая организация. Люди просто приносят пожертвования, приносят продукты, крупы, то, из чего мы готовим, ну и просто жертвуют на счет. Получить еду потерянные и обездоленные люди могут дважды в неделю в одно и то же время, в час дня. Здесь же, возле касс вокзала прибрежных сообщений. К слову, все соответствующие разрешения от владельцев этой территории у фонда имеются. И особых проблем от органов местного самоуправления его члены не испытывали. Впрочем, как и поддержки. В основном, те, кто вообще в жизни потерялся и уже просто сознание не позволяет вообще понять, как, что сделать дальше. То есть это люди, ну, просто уже не способные думать. Дни работы фонда всегда одни и те же – вторник и пятница. Группа волонтеров на небольшом, но вместительном автомобиле привозит еду собственного приготовления. Никакой оплаты не просят. К слову, организация имеет свой официальный сайт, где регулярно публикует отчеты о проделанной работе. Кроме того, там можно найти информацию о том, как и куда перечислить деньги в помощь проекту. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, новости на восьмом.